где она появится в телефоне, нет? Ладно, давай. Права-то есть, нет? Почему мне на машину и на мотоцикл на всякий случай? Да, и на машину, и на мотоцикл сдал. То что-то мотоциклы дохлые какие-то вот. Ну, сейчас, подожди, сейчас слезу. Всем. Да, я понял уже. Что-то уже закрасил, уже нельзя красить, да уже. Ну, я только две закрасил. Я вообще как бы не стал там какие-то как и задние приводники-то брать-то, они неуправляемые. Ну это я понял, но... Сейчас. Соответственно, это у тебя
понял. Автосалон отметить, посмотреть. Но я уже в курсе, в обновлении видел. На ремонте там подрабатывал, там эти западник заехал, я одного накормил свинцом, он уехал. Короче, из других АПГ надо уничтожать, да, я понял так. Ну я вот на ремонте работал, там один пострелял там по одному, там он уехал потом. Как грабить? Даже нет, я тут попробовал, просто на меня как супермены побежали там. Тоже как бы получается нарушение. Сейчас подожди, посмотрим. 240, так, 241. Я уже покупаю, у меня там 241 было. Что там еще прокачивать потом, но это надо подкапливать, да? Кейсы как выбивать, что там как их. Ну там, кажется,
Все, спасибо. Завтра я работаю, послезавтра вот день вечером, день там, ну, по ночам так. Сейчас тоже до работы доеду, там уже и спать тоже буду, уже 3 часа ночи. Это Свердловская область. Свердловская область, это поселок Калиново. А, ну у меня с Новосиба тоже друг сегодня тоже приехал тоже. Давай. Ну, понял. Ну, я сейчас проедусь, у меня баллончик тут есть. Ну, здорово. А вот машину купил, сейчас надо отрабатывать. Я сейчас в розыске сейчас. У меня 200 статей было, 4, сейчас 5, 2 где-то набил. Я говорю, 2 статьи набил, блин, а сейчас в розыске. Но... У меня мопед был, сейчас только вот купил вот. Сейчас, ну, сейчас на ферму поеду, там, где побольше платят. Ладно, ну сейчас.